Затопили, Андрюх, котел на Фрунзе. Забирали у тебя недавно. Бак с канистры сделали. Вот, магнум стоял у человека. 30-киловаттник. Тут теплотрасса ныряет под землю с гаража и уходит на первый дом. Под землей метров, ну, 10, наверное. Домик небольшой. И рядом соседский дом тоже отапливает. Здесь трубы вот торчат. Хочет вот эту вот баню зацепить, если потянет нормально. Ну все, дымок идет. Сейчас время 5 часов. Только затопили, нагнал уже, что тут, 22 градуса. Посмотрим, за сколько наберет 60.